Хорошо, видим. Так, уходим. Рынку, чтобы хорошо ее снять, чтобы ее видно было, что вот у нас тут губа такая образовалась. Вот, некрасивая. Наверное, надо теплого добавить. Вот стоп. О, нет, назад верните. Вот так? Нет. Слишком пересвечивает. А вот так. Вот так хорошо. Вот у нас эта губа получилась. Изготовил прототип. Мы его называем. У нас есть мини-лифтеры. А теперь, наверное, это макси-лифтер будет. Для того, чтобы подтянуть серединку. Да. Так, ну-ка туши свет. Подожди. Работает. Тянет? Тянет. И очень даже хорошо тянет. Это прототип. То есть смысл этой затеи в том, чтобы подтянуть за середину металл, напрячь в нужном напряжении. Вот. И вот этот вот кантик аккуратно разбить. Что мы сейчас и будем делать. Переделочка. Но юмор в том, что уже вот здесь выстучилась и выровнялась так, как нам так, хотелось. Смотрите, я сейчас буду тянуть, вы меня останавливаете. Сейчас включим свет и смотрим. Да, наверное, хватит. Ну, вот, натяжечку дали. Жень, хватит. Очень даже хорошо. Вот так идут ходовые испытания. В принципе, да, все хорошо, я доволен. Работаю.